по набережной желтые жухлые листья платана, волны ревя разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном в Ялте ноябрь. В Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился и пройдя всю Европу. Он обессиленный, и все ж холодит ваши щеки. Так разрешите о том пожалеть и с легким трепетом взять вас под руку в нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный, оброненный кем-то билет.